Всем привет! Вот при сборке автомобиля иногда бывает нужно болт, вот в данном случае болт на 6, диаметр на 6 миллиметров, да, шестигранник под ключ на 10. Нужно вот длиной 1,5 сантиметра, то есть 15 миллиметров. Но нету такого болта. И в магазин за одним болтом же не побежишь. А у меня в наличии вот длиной 23 миллиметра. То есть 15, 23 минус 15, получается 8 миллиметров вот этого болта лишние по сравнению с этим. Ну, что делать? Прижать я им не могу. Он торчит миллиметров на 5. То есть пластина, которая должна прижаться к телу какой-то детали, она торчит. Что мне нужно сделать? Мне нужно просто взять и обрезать. Как я это делаю? Чтобы не бегать никуда. Вот сама идея заключается в том, не бегать лишнего. То есть из-за одного болтика не бежать в магазин, не покупать. Даже не столько дело в цене этого болта, сколько во времени. То есть собрался, пошел, а если магазин там, предположим, километр, полтора от дома, а может и дальше, то можно потерять больше времени, чем сэкономить денег. Вот так вот будем говорить. Поэтому берешь обыкновенный болт, вот, который длиной 23 миллиметра, ну, может и больше, а нужен 15 миллиметров. Зажимаю его в тисы. Я думаю, должно быть хорошо видно. Немножко здесь в сторонке по отношению к объективу. Сейчас попробую повернуть. Вот так. Вот. Вот, зажал я его. Беру ножовку по металлу, обыкновенную. Меряю. Можно прям вот так вот, болтом. Таким же точно болтиком. Отмерил. Можно отмерить при помощи штанги циркуля, то есть выставить длину 1,5 и вот так же отмерить. И отпиливаем этот кусок. Все идет в режиме реального времени. Это я хочу показать, сколько время нужно для того, чтобы укоротить болт, ну, то есть сделать тот, который нужен. Все, болт отпилен. Даже у меня еще я много трачу время. Теперь, когда я его отпилил, видите, у него тут появились заусенцы. Вот они. Эти заусенцы мне могут мешать закручивать этот болт в резьбу. Я беру обыкновенный напильник. У меня, конечно, есть наждак. Но для того, чтобы для чистоты эксперимента, как говорится. Спиливаю эти заусенцы аккуратненько. Можно поджать еще болт. Многие же ведь этого не знают. Бегут, тратят время. Ну, чтобы это время не тратить, надо, естественно, чтобы гараж был мало-мало оборудован. То есть тисы должны быть, какой-то напильничек, ножовка. Ну, самое простое. Вот он. Теперь идем проверять, как он закручивается. Ну, в данной ситуации у нас головка блока цилиндров Лады Приора. Закручиваем. Все прекрасно заходит. Видите, идет без тормозов, без всяких. Ну, то есть вот те заусенцы, которые я стачивал напильником. Все нормально, все подходит. Все, болт прижался к самой головке. Теперь, если я 2 миллиметра пластину сюда ставлю, то я думаю, он прижмет. Тут вот у меня еще один такой же. Короче говоря,
Это людям, которые, ну, будем говорить, не хотят бегать лишний раз по магазинам. А делают все, стараются делать из подручных средств. Оно экономит и время, и деньги, я вам скажу. Вот он, этот болт. Все, ребята, делайте болты, уменьшайте их. Попробую сейчас приблизить. Не знаю, что у меня получится. Не строит камера. Уменьшайте, делайте болты короче. Всем пока.